Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить дополнительные квесты, вот, которые там, знаете, синенькие дополнительные, вот. Это вторая часть вот этой вот здоровой одной серии, вот. Собственно, сейчас вы увидите, что было дальше. Приятного просмотра. Так. Если сейчас был небольшие лаги, все нормально, так и задумано. Я тут за это время не успел ничего сделать. Ну, да, блин. Просто я думал, что сейчас быстро сделаю этот квест, а вот нет. А вот нет. Но зато, если кому будет интересно смотреть на подобное, то да. Ой, да как вы задолбали, жить, статуя возрождения, ну сколько можно, ну-ка подождите. Не, пока все нормально. Вот если бы не они, я бы намного бы быстрее, наверное, набрал бы нужные для меня вещи. Ля, лев какой. Лев, смотрите, меч какой у него. Жесткий. Огромный. Вот скелетики чьи-то. Блин, может быть, это я что-то не так делаю? Может, это лично я влез в такое место, где там, ну, разборки питерские происходят? Вот он мой скелетик. Пойду, значит, нижних кромсать. Так, ничего нет. Так, он будет сейчас там тоже стоять, ждать. Так, сейчас быстро, короче. Так. Все равно по, ну, 5 штук осталось, как и было. Да что ж такое-то? Так, черепная шкатулка. Давайте отойдем с ней.
Блин, у топора я забыл, что у секиры медленная скорость атаки. Так, ну-ка. У тебя отлично. Все есть, что мне надо. Так, этот есть. Готовый. Берем у него все. А вы прикиньте, если в реальности у человека бы голову, череп, вот это место, где мозг лежит, называли бы в медицине не черепной коробкой, а черепной шкатулкой. Или черепные шкатулки — это у пигмеев. Блин, тут уже который раз вот эти вот челы на лошадях ездят сколько же их тут. Мне вообще кажется, что это может быть одни и те же, просто круги наяривают. Так, 6. Ну-ка, 7. 8. Все, отлично. Хотел, я хотел на F5 нажать на сохраняшку. Так, хорошо. Так, ловцы снов. Так, вот я теперь попробую с другой стороны зайти. Вот к этой совиной статуе. Ля, смотри. Какая тут толпень. Что они тут делают, интересно? Такое ощущение, как будто они на босса пришли. Ой, за мной запрыгали. Так, хорошо, что я бегаю быстрее. Есть. Фух, пока что самый сложный. Пока самая сложная совиная штука. Так, я в толпу. Теряюсь в толпе. Так, мне вот сюда надо.
Так, теперь вот сюда надо. Ой, ля, чё, куда я зашел-то? В толпу вражескую. Сейчас меня отпинают. Это ладно, если игрок меня отпинывает, да? Это еще ладно. Он прокачанный, типа, да? А вот когда моб начинает пинать и побеждает, это уже другое. Мне даже интересно узнать, что за это дают. Вот выполню я это задание, например, да? И что мне за это будет? Что-то я хочу только по дорожке ходить, если честно. Да, силачи эти. Сразу вспоминается Чарльз Бронсон, который тоже здоровый мужик был. О, да неужели я дошел? Фух, слава богу, последний обелиск. Все. Окей. Вернитесь к Сэму Хейну. А подождите, у меня есть? Есть ли у меня телепорт? Да, свиток телепортации есть. Отлично, потратил этот самый. Ну ладно, я думаю, что еще как-нибудь найду. Так, обелиск грез. Ну-ка. Проклятие, если мне стало лучше, то не намного. Но балаганщики выглядят чуть бодрее, чем прежде, ведь дурные сны мучили их тоже. Значит, тебе придется продолжить начатое. Ты недурно справляешься. Превосходно. Ля, твой персонаж достиг 15 уровня. Раздевайся, получай больше наград. Так. Чего я могу ему продать? Давайте я чисто вот посмотрю. Запасись нашатырем и билетами из шатра синих снов. Как мне надоел этот Велиус, вечно сует свой длинный нос туда, куда не следует. У него, видите ли, столько идей для новых аттракционов. Он придумал продавать билеты в особый шатер, где посетители видят загадочные синие сны. Вот только одно странно. Людей в тот шатер заходит много, а обратно никто не выходит. Запасись-ка ты нашатырем из черепных шкатулок и ступай в тот шатер, а билетов не покупай, а просто набери. И сумок билетеров столько, сколько надо. Пробуди посетителя ото сна и возвращайся. Хорошо, давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, журнал. Сколько мне надо? Ой, хорошо. Нашатырь не нужно фармить, короче. Так, а куда мне надо? Так, вообще, что я думаю? Я думаю, что, может быть, я сейчас запишу очень длинную серию. Вот, по частям буду ее
записывать и, может быть, разделю ее на несколько частей, да? Вот, потому что чувствую, что это реально будет долго, да? Короче, продолжаю. А куда мне идти-то хоть? О, мне сюда теперь надо. Хорошо. Я надеюсь, что билеты именно там нужно добывать. Если придется и билетов так жестко фармить, то это, конечно, будет, ну, такое. Не, ну, на самом деле, в MMORPG такой фарм это, ну, нормальное дело. В принципе. Вот мне бы сейчас главное дойти. Мне бы сейчас главное дойти до этих самых билетеров. Чё, я там почти дошел, ладно. Полпути, по крайней мере, сделал, даже больше. Так, налево. Раз, два. Так, продолжаем идти налево. Так, и чё? Мне... А, вот мне сюда. Шатер синих снов. Безумный билетер. Ну-ка, иди сюда. О, билеты? Слушайте, тогда получается еще один квест сейчас сделаю. Не, тут прикольно, слушайте. Билетеры слабенькие. Или это я сильный? Сильненький. Так, я хочу все посмотреть тут. По всей вот этой вот карте пройтись. Хочу. Так, билетер сейчас пристанет ко мне. На. Все, окей. А, о, кровать с крышкой, ну-ка. Так. Посетитель, да, слушайте. Посетителей спасаем. Чё? В смысле? Уже типа мертв? Было написано.
кровать уже пуста. В смысле, у меня наши тыпы-то хоть тратятся на это? Так, отлично. Так, освобождено 3 из 5. Так, 4 из 5. Отлично. 5 из 5. Так, возвращаемся, значит. Только мне интересно, что тут... Вот здесь еще можно посмотреть. Не, ну вот это задача, она, задание, оно на изи выполнилось. Вот чисто потому, что не стал выбрасывать вещи. Так, окей. Ну, хорошо, придется пюхом пробираться обратно. Потому что я потратил свой последний свиток. Телепортация. Ну, на самом деле, я немножко приободрился. Вот, может быть, рано приободрился, потому что фиг знает, что это сейчас будет у нас. Может быть, нам опять фармить надо будет. Дофига чего. Да? Так, проверяю, раз, два, хорошо, работает. Мне просто показалось, что опять у меня этот самый микрофон просел по звуку. Так, мне куда? А я уже пришел, ты смотри. Так, шатер синих снов. Ну и дела. Судя по твоим рассказам, многие посетители просто пропали после того, как заснули в шатере Гелиуса. Словно и не было их. Это что, какой-то трюк? Или колдовство? Я Гелиусу этого не спущу. Так недолго и вовсе без посетителей остаться. Так. Окей. Осколки иллюзий. Проберись в шатер иллюзий, перебей иллюзионистов за завалами и разбей зеркало иллюзий. Глупо это отрицать. Велиус, кажется, всех нас оставил в дураках. Сплетенные им иллюзии теперь живут в наших ночных кошмарах. Он даже имеет наглость брать деньги с посетителей, показывая им свои иллюзии в особом шатре. Я этого терпеть не стану. Разнеси в куски зеркало иллюзий, что стоит в том шатре, и перебей иллюзионистов и зазывал. Конечно, посетителям тоже достанется, но они сами виноваты. Пришли бы ко мне, остались бы целюхенькими. В смысле, и мне сейчас не нужно ничего собирать?
Класс. Окей. Короче, сейчас я продолжаю. Посмотрел я, сколько времени у меня все это дело заняло. Ну, будет, значит, у меня серия около полутора часов, да. Вот. Не буду я ничего делить, а может быть и буду. А может быть... Короче, скажем так, если вы видите серию на полтора часа, одну большую, значит, я решил все это выложить, значит, одним куском. Ну, короче, вы поняли, да? Вот. Я просто, ну, не знаю, как все это дело... Ага, тут я... Я просто не знаю, как все это дело, ну, выкладывать, короче. Посмотрим. Короче, посмотрим. Как оно у меня будет. Блин, я-то думал, вот здесь вот можно как-то обойти, а мне придется вот так вот обходить туда-сюда. Вот сейчас налево, потом вниз, потом еще куда. Так. Циклопусы на меня напали. Ну, как напали, так и отстали на самом деле. Мне вот эти птицы нравятся, они прям такие грозные. Так, почти пришли. Так, началось тут бездорожье. Так, чё и куда? А, наверх надо. Так, вот. Крылан. Летучая мышь под названием Крылан. Лё, а это кто такие? Живоглотка не был. Ясно. Не будем их трогать. Дурманенный посетитель. А мне их надо? Это самое... А, мне сказали, что типа... Ля, ну-ка давайте я тут все изучу тогда. Мне же говорили, что типа... Посетители, ну, если нападут, то... Да. Так, слушайте, классно. Ведь классные же квесты, которых не надо фармить дофига времени. Так, ты иллюзионист. Ну, вообще, судя по тому, что
я ему больше урона наношу. И плюс меня хилит мой этот самый, да? Скорее всего, я его победю. Хотя, может быть, и нет. Ой, блин, опять этот. Только пускай на меня не нападает. Тут козел, а? Тихо, подожди. Ну-ка, подожди, он же отхилился? Да, он отхилился. А мне что надо? Да черт. Что мне надо? 4 иллюзиониста надо прибить, блин. Ну окей. Я не знаю, может быть, для этого иллюзиониста надо куда-нибудь отвезти в сторону, чтобы... чтобы никто не приставал. Вот, ну я для начала вот этих вот ребят уделаю. Надо вот этого иллюзиониста не вот с этой стороны начать бить, а вот с той. Чтобы на меня вот эти вот зазывало. Они нападали? Так, да, пускай, давай. Этот меня лечит. Шесть из восьми. Хорош. Так, ману лишний раз не трачу. Короче, встаем вот так. Ждем. Короче, когда мана у нас. Отхилится, да? Так, это пятерочка, да? Значит, давай. Вот так.
Вот меня все равно вот этот чел смущает. Потому что мало ли он подойдет сейчас. Ну, в принципе, иллюзиониста мы должны победить. На соплях, конечно. Но вот жизни у нас практически сравнялись. Хорош. О, вот сюда спрятаться можно. Офигенно. Так, ну-ка, сколько? 4. То есть, вот этих вот ребят одного надо. А иллюзионистов 3. В принципе, выполнимо. Вот. Так, ой-ой-ой. Я чуть-чуть отвлекся, и как видите, меня тут чуть не это самое. Так, сейчас я немножко отхилюсь. Получается, там не спрячешься. Так. Ой-ой-ой, нет, лучше вот этого. Побить? Блин, на меня как раз и второй напал. Ладно. Справимся, значит. Ну-ка, что у нас там по карте? Ясно, я понял. Хотя от этого можно убежать, думаю. О! Кстати, хорош. Ну-ка. Блин, вот как всегда, вот этот тоже напал, блин. Так, ну тут надо, короче, убегать пока что. Да, видимо, они тут в натуре как-то близко стоят друг к другу. Так, окей. Иллюзии разлетаются на куски. Все, окей. Это получается тогда... Лучше там их... побеждать. Давайте я тут карту попробую расследовать, да? Пока меня тут... Блин. Да ладно. Ну что ж, в статую возрождения. Теперь мы возродимся и опять пойдем туда. Ну, по крайней мере, я много тут чего успел сделать. Мне-то всего осталось, что сделать. 3 иллюзионистов победить, и все. Вот.
Так, подожди, тихо. Мне сразу сюда вниз надо, по этой дороге. Ну да, все получается. Тогда встаем в тот кармашек. Вот. Ну, в смысле, не в кармашек, а, короче, в то место, где мы первого иллюзиониста убили. Ну вот, и оттуда пробуем победить остальных трех. Так, вот мы дошли до конца железной дороги, и нам надо опять по бездорожью пройтись. Окей, чё-то запись у меня получается такая, ну, с отвлекаловым полным. Вот. Ну ничего, главное, что я все это дело записал, сам посмотрел, вам показал. Чудо как, да? Так. Так, во-первых, я хочу здесь... В смысле? А чё, у меня тут это самое... Не распозналась карта, что ли, получается? Не понял. А почему так? А, слушайте. Это я просто, ну, наверное... Не в тот шатер зашел. О, давай тебя. Ну-ка. Тут как раз идеально вот эти вот ребята ходят, ну, далеко от этого иллюзиониста. Вот, и... У меня есть все шансы... этого иллюзиониста победить. А, у меня мана кончилась. Ладно. Не, ну я его все побеждаю. Меня это устраивает. Все, последний удар, давай. Да ладно, уклонение. Все, хорош. Все, окей, становлюсь сюда, хилюсь и жду еще двоих. Да. Правда, блин, у меня маны. Не так уж много. А мне вот интересно, как я попал вот именно... Вообще, вот вообще, я не совсем понял. То есть тут на карте
всего один шатер в одном и том же месте показан, да? Вот, и я, короче, захожу в этот шатер, и меня перебрасывают в один из вот этих вот трех шатров, получается, да? Понятно. О, кстати. Ну вот и он. Ну-ка. Пятерка. Все, погнали. Ну, точнее, мы уже гоним. Уже в процессе, так сказать. Это сейчас меня игра немножко пролагала. Или да, или нет. Не понял. Ну ладно, фиг с ним. Так, ну, что-то как-то в этот раз, наоборот, я проседаю или не проседаю? А, нет, я я не понял, я побеждаю или нет? Да, я победил, хорошо, отлично. Ну-ка, что у меня там по заданию? Остался всего лишь один иллюзионист. Так, ну, для этого иллюзиониста я все-таки поберегу ману. Я на самом деле просто не обратил внимания, сколько у меня в жизни было, когда я на него напал. Может, я поторопился немножко. Так, ждем. Когда у меня все восстановится. С жизнями у меня все в порядке. Они быстро накопятся. А вот мана, блин. Мана, это, конечно, да. Ну, вообще, собственно, вот, все, можно... на него нападать. Так, я хочу дождаться единички. Вот, чтобы вот так вот отойти. И его вот так вот жахнуть. Все, нормально, сравняли жизни и довольно-таки быстро. Ну, да ё-моё, уклонение. Но ничего, все равно все есть. Так, все, возвращаемся к Сэму, Хейну. В принципе, квест интересный.
И теперь нам опять пёхом надо пиликать, да? Так, у меня телепорт остался? Не, не осталось телепорта. Ну ладно. Подожди, а я куда зашел-то? Я не туда зашел, представляешь? Мне вниз надо. А ты кто? Трудный подросток. Понял. Что ж он тут ходит-то один-то, трудный подросток-то? Из дома убежал? Это кто? Арлекин. Чё-то он какой-то грустный. Ля-ля-ля. Лихо. Да, неплохо так лихо изобразили. А ты кто? Мрачный палач. А ты кто? А ты не переход. Ладно. Ой, подожди, подожди. Красотка Рози. Какая-то странная красотка. Рози тусуется. Ой-ой-ой-ой, куда пошел-то? Слушайте, может быть мне сейчас чисто вот распознать вот... Нет, не буду. Сейчас не буду, потому что и так слишком долго я все это дело снимаю. А я, главное, такое веду тут. Думаю, блин, какие-то новые... Эти самые... мобы появились. Думаю, ничего себе. И даже... Не задумался о том, что я не туда иду. Ну все, теперь правильно. Так, ну хорошо, сейчас я дойду до Самохина, почитаем то, что нам там скажет, и потом решим, что я буду делать. О, смотрите, кто идет. Красный. Я как по привычке, мне там, конечно, в комментариях когда-то давно, когда я как раз-таки за варвара играл, мне там, конечно, рассказали, что красные это не ПКшеры, а это представители другой фракции. Вот. И они как бы враждебно настроены. Вот. Но при этом они могут либо напасть, либо мимо пройти, вообще пофигу. Вот. Но... Я их по привычке из Lineage, ПКшерами буду называть. Вы уж и не обессудьте, да. Вот, осколки иллюзий. Будет Велиус урок, но кажется, меньше желающих посмотреть на его иллюзии не становится. Если так и дальше пойдет, балаган ужасов останется вовсе без посетителей. Но я так просто не сдамся. Все, смотрите. Все синие эти самые... Я у него сделаю. Ну-ка. О, нифига себе. У баглаганчика, смотри, сколько этих самых. Так. Посмотрим у этого.
мрачного трактирщика, чё? А, это я знаю, это ПВПшный. Как его? ПВПшный квест. Вот. Ну, в общем, вот такие вот дела. По крайней мере, я вот планы минимум сделал. И, по крайней мере, все квесты Сэма Хейна я сделал. И основной квест, и вот эти вот дополнительные синие. Ну вот, по крайней мере, мы узнали историю про вот этого... Как... Кто там... Пересмешник, перебежчик, да? Вот, а что касается заданий балаганщика, я, короче, все это дело посмотрю потом, вот. А если будет желание, то, конечно, я приду и посмотрю, что это за задания такие. Я надеюсь, что не придется опять, как его, собирать все вот эти вот вещи, потому что, хотя с другой стороны, я же все это дело собирал, да? Возможно, он тоже будет давать какие-то задание, где нужно будет собирать все это дело. Если честно, лень этим заниматься. Вот. Но посмотрим, короче. Вот. Ну, а на этом, я думаю, что все. Опять же, может, этого балаганщика у меня и не будет в следующих сериях. Вот. Короче, на этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании, так же, как и Discord сервер. Тоже заглядывайте на него. Ну, а мы увидимся с вами в следующей серии. Это была игра Warspear Online. С вами был Однорукий Борис. Всем удачи! И всем пока.